Итак, ребята, идем по лесу, собираем, ищем грибочки. За 3 месяца у нас ничего нет. О, а главный грибник идет. Привет. Всем привет, машет. Идем. Грибов нету, засуха. Пожары были. Вот. За 4 месяца у нас нету ничего. Мне зрение не обновляется. Это мухомор? Ого. Ребята, смотри. Мы нашли красавца мухомора. А это его есть нельзя? О, тут лисичка. Это мухомор. Да? Это красавец. Ребята, идем, 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 идем. Смотрите, мы нашли за полдня мухомор один. Это лисичка вообще? Нет, это мухомор. Это ложная лисичка. Гляди, Ай, какая красота! Капец! Так, что у нас по... Нету тут... Обычно возле этого мухомора где-то должны быть маслятки. Белые. Идем, обсматриваем территорию. Ребята. Кто? Магия? Где? Иди сюда, магия. Стой. Магия, смотрите. Вылетает. Как? Ладно, пошли дальше. На паузу. Сынуля, я еще один нашел. Но не знаю, а раскапывать ты будешь. Хорошо. Давай, пробуем. Пробуй. Так, аккуратненько, аккуратненько. Это? Ну да, раскапывай, что там у нас. Аккуратненько, только... опять мухомор. Фу, какая гадость. Ребят. Нашли еще. Еще нашли. Смотрите. Один. Второй. И там третий. А вон третий. Короче, одни мухоморы. Масляков белых польских нету. Аккуратнее, чтобы не ударилось. Короче, их полно все. Что, выходим? Да. Идем потихонечку мы домой. И видим еще один грибок. Где? Стихти. Идем потихонечку домой. Видим мы один грибок. Он на дереве висит. Как его зовут? Это шишка. Никто его не ест. Никто его не ест, да? О, ребят, я говорю, гляньте, еще один нашли грибок. Вот, идем. Глянь, сына. Я вижу. Ребят, еще один. Капец, хоть бы масляков бы насобирать на жареху. Так хочется жареху с картошечкой. Не, то мухомор, сын. Юбка, видишь, снизу? Вот, обрати внимание, там юбка. Вот и все. Они, сувошники, все такие. Ну, не все, кроме таких. Ой. Нормально вылез? Да. Идем мы. Домой. Потихонечку плывем. Мы снимаем лес. Густой. А грибов все нет и нет. Один ветер там шумит. Другой ветер там летит. По елкам он гудит. Капец. Все. Серьезно. Мы великие рэперы. Йоу. Нас все должны знать. Ну, хотя бы 1000 людей. Вообще 1000. С каждой страны, да? По одному человеку, ну а на каждой стране по 1 000 000 человек. Да. Так, ну, все, передавай привет всем. Привет! И пока! Пока!
Ребят, ну все, всем всего хорошего, всем удачи. И выходите больше в лес и не болейте. Всем пока.